Добрый день, друзья! Вы вновь на канале Boston Technic. Сегодня вашему вниманию представляем Кириллиц К700 с двигателем 7511. Как всегда, меня зовут Станислав. Я очень рад приветствовать вас. Давайте посмотрим поближе. Как я и сказал, двигатель 7511. Технически абсолютно исправный агрегат, работал и по сей день работает в одном хозяйстве, но по причине сокращения площадей техника стала неактуальна. Резина, солнышко не видно, в нормальном состоянии. То есть баллоны не рваные, есть небольшие, конечно, трещинки, но абсолютно не критичные. То есть за техникой следят, обслуживают ежегодно, ежесезонно. Навеска в рабочем состоянии. Гидравлика также работает. Достаточно хороший живой агрегат, который сможет послужить вам еще долгое время верой и правдой. При должном обслуживание. Здесь обслуживание было ежесезонное. Как вы знаете, у нас есть наличный, безналичный расчет. Также можем вам помочь с доставкой техники до вашего хозяйства. Имеются кредитные программы, поэтому, обращаясь к нам, вы получаете полное юридическое и техническое сопровождение сделки. Внешний вид, конечно, лакокрасочное покрытие потрепанное, но на технических возможностях это никак не сказывается, поэтому кому необходимо, конечно, можно и покрасить заново и кабину обшить, но повторюсь, по технике он работает очень и очень хорошо. На этом у меня все, друзья. Прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего хорошего.